Соттору биз кантип текшеребиз? Соттор мына айрыкча жогорку соттун соттору, мына бул ошол соттор, жогорку сот 35 сот бар экен, баары 570 жиптерде жүрүшөт, Мерседестерде минип жүрүшөт, Гелендвагендерде минип жүрүшөт. Биз ушинтип сотторго айтып атсак, кечээ бир сот 2 күн алдын үй бүлөсүн алып алып Дубайга дем алганы учуп кетиптир. Бул эмне деген акмакчылык? Сот, жогорку соттун бир судьясы учуп кетти. Кечээ мен ал сотко уже териштирүүнү дайындадым. Териштирүү башташты ал сот боюнча. Ошол бул жерде ошол Дубайга учуп барган эле 4 адам учуп барган эле. Учуп келген эле дем алып келген эсептесек эле 15-20 миң доллар акча болот экен. Сот ал акчаны кайдан алды? Соттун бир кийген шубасы 5000 доллар турат. Сапогу 1000 доллар турат. Минген машинеси 100000 доллар турат. Жашаган үйү 1000000 доллар турат. Анан сырткары мына шаарда квартираларды алып, мына кечээ кармаган сотубуздун 20 квартирасы бар экен. Бул эмне деген акмакчылык? Демек биз буларды тартипке келтирмейинче коомубуз оңолбойт. Коом оңолбойт. Бардык сотторду, ар бир сотту карап чыгабыз. Согласно декларации. Декларация эмне жазылган? Ошо менен жашайт. Декларация жазылганбы? Баягы ВАЗ-2106 деп жазып коюшат. Ошону минет. Эч кандай жип минбейт судья. Так, декларация жазылганбы? Панельный дом двухкомнатной хрущевки. В этой хрущевке будет жить он, этот судья. Никаких хоромов он не будет жить, которые стоят миллионы долларов. Этого я обеспечиваю. Это обеспечиваю, почему? Потому что нам нужна социальная справедливость. Уважаемые журналисты, социальная справедливость. И этого пока кто-то не возьмется, если мы будем вот так проходить, друг на друга не трогать, не замечать, не смотреть, будем как бы потихоньку жить, значит, эта социальная справедливость будет продолжаться. Мы этого не допустим. Вот я как бы воспользуюсь вашим присутствием, хочу обратиться к каждой судье, каждому государственному чиновнику, депутатам верховных, депутатам парламента, всем хочу обратиться. Уважаемые, живите посредством, живите.